улица Свобода. Идем дальше. Сейчас повернем на улицу Фабрициуса. А здесь мы видим аварию. Прям так жестко въехал. Алло? А да? А да, сейчас, секунду, сейчас, минутку.
Насчет Останкинской башни, в том году мы платили что-то где-то 1500. Это было выходной день. А так на сайте можешь посмотреть, там у них расценки есть. А в какие дни, какие цены. Так, ну или просто загуглить. Но тогда в будний день, конечно, лучше всего было бы в Океане, а там уже дальше как пойдет. Это как раз таки та сходка, которая у нас не состоялась в самый последний раз. Это мы как раз в Океане хотели собраться предварительно неделя две назад, но у Виктора не получилось, а мы с Евгением так и не стали ехать. И вот получается так, что если делать какую-то сходку, то если в будние дни, то в Океане, если выходные, можно где-то в центре. И чё, какой там приход по Оксимирону? Я просто по просмотрам видел много. А с подписчиками-то там как? Сколько добавилось?
Привет, отлично. Сейчас как раз на работе. Сама-то как? Что делаешь? В общем, повернули с улицы Фабрициуса на эту вот улицу. И дальше пойдем по ней. Повернули на улицу Новопоселковая. А, ну я потом домой поехал. А эти все поехали куда-то в какое-то еще заведение, потом разъехались также по домам среди ночи. Ну, по крайней мере, как мне стало известно.
Так, это у нас улица Лодочная. Сейчас дойдем до улицы Сходнинская. Да, конечно, непонятно, что я через дворы не пошел. Ну ладно. Бывает. Тупняк находит.
приходит, не надо.